35-38 градусов. И нынче тоже были уже 38 градусов. Сегодня 33 градуса. Утром было. Завтра тепло, говорит, будет. Тепло это будет, 25 градусов. Пойдет для нас эта погода. Гололед. Нельзя ездить. А так во всех условиях, пожалуйста. А в Германии чуть снежок выпал уже, автобус не едет. Обслуживаю школу на автобусе с 80-го года. Потому что я как такси. Сказал, поехали, все. Я вот родителей этих детей возил и еще тех детей возил. Поколение с поколением. Ну, с 78-го года я детей вожу. Нормальные, хорошие. Слушаются меня. Автобус гололед не ощущает. Давайте проверим. Так сразу там. Это называется повышенная проходимость. Как джип.